Отказ от традиционных устоев в хамусной музыке может привести к потере народных мотивов. Эту проблему обсуждают на круглом столе, который продлится до завтрашнего дня в Якутске. В дискуссии участие принимают более 60 человек. Это и жители столицы Якутии, и представители районов республики. Мастера-изготовители, хамусисты, ученики и преподаватели обсуждают повышение качества и ценового соответствия, сертификацию музыкальных инструментов, вопросы сохранения традиционных стилей игры. А для мастеров-изготовителей проведут отдельное заседание. По итогам круглого стола участники примут резолюцию по развитию хамуса и хамусной музыки. А сейчас у нас здесь засилием вот современной технологии. Мы несколько отошли, и появилась публика. А раньше хамусист не играл на публику, он для себя, он вместе наедине с природой общался со своим внутренним миром. Были шаманы, были удаганки, которые лечили людей с помощью хамуса. Это медитативная музыка была. Вот сейчас мы должны в современном мире понять, в каком месте находится наш хамус.